Всем привет, братья и сестры! Мы находимся в Дюссельдорф-бот-шоу, и будем мы сегодня смотреть последнюю в линейке Баварии Си, это Си-42. Ну, давайте пробежимся по техническим характеристикам яхты. Длина с бушпритом 12,9 метра, ширина 4,3 метра, длина по ватерлинии 11,3 метра. И это с учетом того, что сам корпус имеет 12 метров, что равняется 40 футам. И правильнее бы назвать эту Баварию Си-40. Осадка со стандартным чугунным килем 2,10. Осадка с коротким чугунным 1,70 м. Водоизмещение яхты, то бишь вес ее 9,7 тонны. Вес фальшкиля 2,7 тонны. И меня радует откидная купальная платформа и широкий кокпит, что неудивительно для яхты, чья ширина кормы равняется всей ширине яхты, выговорил с первого раза. Что отличает эту яхту от всей линейки Баварии Си, это единственный стол в кокпите. Друзья, кто с ограниченным бюджетом, не покупайте яхту с палубой, покрытой тиком, а мы пойдем вниз. Но перед этим давайте посмотрим опции этой яхты. Яхта выпускается в трех опциях. Первая опция мы видим на картинке снизу. Это двухкаютный вариант и один гальюн. А в месте расположения левой кормовой каюты находится один большой рундук или комната складская. Тот, кто постоянно живет на яхте, это оценит. На картинке сверху мы видим вторую опцию планировки яхты. И это трехкаютный вариант с двумя гальюнами, что, конечно, более комфортно. Но в этом случае скрадывается почти 50% пространства перед кроватью в носовой каюте. А вообще любая из кормовых кают, вплоть до двух одновременно, могут стать складскими помещениями. И это решение принимает владелец яхты. Ну а мы сейчас посмотрим с вами третью опцию. Это трехкаютный вариант с одним гальюном. Пошли! Диван П-образный. Напротив двухместный диванчик, а за ним находится управление яхты, в смысле электричества. Штурманский стол с картплоттером. Ну а мы сейчас пройдем на камбуз, где находится трехконфорочная плита с духовкой, холодильник с боковой загрузкой, он небольшой, и второй холодильник с вертикальной загрузкой вот там находится, полочки для посуды, микроволновка, мойка, и выдвижные ящички с доводчиком. И под раковиной традиционно мы видим, что мусорное ведро. И вот все же мы видим, как же важна большая ширина кормы для того, чтобы получилась большая и широкая такая кровать. Ну, традиционно полочки. Да, широкая кровать. Супер. И в этом месте ручки не хватает. Доступ к двигателю. Так, а мы сейчас посмотрим правую кормовую каюту.
Да, мы видим большое расстояние между кроватью и верхом. Такая же полочка. Почему нету расположения для тремпелей? А здесь такой же доступ к двигателю. И мы сейчас откроем капот. Посмотрим, Янмар 40-сильный. Что мне кажется, все же недостаточно для высокобортной все же яхты, имеющую большую площадь парусности. Ну а мы с вами перемещаемся в салон, где по бортам расположено много полочек. Стол может опускаться до уровня сидений, и тогда образуется двуспальное место. И вот он может раскладываться даже вот так. И тогда люди, сидящие на диване напротив двухместном, тоже окажутся за столом. Ну а мы сейчас пройдем носовую каюту. И вот мы видим большое пространство перед кроватью из-за отсутствия гальюна. Тут находятся полочки и шкаф, где можно повесить на тремпели вещи. Еще один небольшой шкафчик. Полочки по бортам. И кровать шириной в 1,80 м и длиной 2,10 м. Люк сверху, вентиляционные лючки. Ну и форпик небольшой, но и присутствует. И вот так яхта выглядит с носа. Яхта имеет топливный бак емкостью 210 литров. Также 210 литров яхта имеет и бак для пресной воды. Каждый гальюн имеет бак фекальных вод емкостью 70 литров. Ну и бойлер объемом 20 литров. Благодаря L-образным сиденьям удобно вокруг столика сидеть.
Вот такие рундуки имеются под сиденьями. А под полом у штурвала тоже есть рундук. С левого и также с правого борта. А сейчас опытные яхтсмены, чинившие систему управления, залазив в кормовые рундуки в 40-градусную жару и истекая 10 потами, ремонтируя, оценят такой легкий доступ к системе управления. Это же здорово, когда яхтенные инженеры последний годок учитывают такой опыт. Ну и, конечно же, откидная купальная платформа не может не радовать. Общая площадь парусности 100 квадратных метров. Грот 54 квадратных метра. Генуя 47 метров квадратных. Код Зеро 85 метров квадратных. И Геннакер 140 метров квадратных. А это был обзор яхты Бавария C42 Style. И с вами был Павел. Всем пока! Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки.